Ну что, привет вам всем. Сегодняшний ролик будет про то, как снять подлокотники в Renault Scenic 2. Подлокотники, которые находятся на хлебнице. Мало ли кто не знает, сейчас покажу. Вот периодически наши подлокотники, особенно которые тканевые, они пятна на них появляются, замусоливаются они, в общем, особенно когда летом, ну, ездишь в майках, локтем трешься об них постоянно, и они становятся грязными. Чтобы не мучиться и не чистить их прямо в машине, я всегда их снимаю. Что мы делаем? Так, тут нам коврик мешает. Сейчас мы его уберем, чтобы он не мешал. Так, отодвигаем подлокотничек на себя. Опускаем. Обязательно опускаем до упора. Вот так вот, чтобы было. И достаем подлокотники. Вот так вот и слегка. Один. И второй. Ну, двумя руками, конечно, это делать намного удобнее. Все. И второй. Теперь что делаем? Несем в дом. Я ложу в мисочку, заливаю их водой полностью и туда жидкий порошок добавляю. И они лежат буквально там полчасика, отмакивают. И потом все это дело губкой тщательно вымываем и выполаскиваем. И они у нас становятся чистенькие. То есть воду их не боимся бросать, ничего с ними не станет. Уже, ну, раз пять, наверное, мыл. Назад ставим таким же самым образом. Вставляем в крайнем этом положении. Слегка так вверх-вниз помогаем ему. Блин, конечно, двумя руками было бы намного удобнее. Все, защелкнулся, откидываем. Второй точно так. Защелкнулся, откидываем. Все, все очень элементарно. Ну и подлокотник ставим на свое место. Смотрите, ребят, какая сегодня погода на улице. Трындец там полнейший. Это у нас уже льет второй день подряд. Ну так для чего это показывает? Вот, наверное, это один момент основной, когда нужна панорама. Ну, согласитесь, это круто. А когда ты едешь на скорости, эти капельки, ну, быстро, так сказать, бегут по крыше. Блин, вообще классно смотрится, конечно. Вот основной, наверное, плюс панорамы. Все, вот такое короткое видео. Мало ли кто не знал, а теперь знаете. Так что, если они у вас грязные, идите, снимайте, мойте, и будут они у вас как новенькие. Блин, дождь трындец. Кстати, вот завидую, у кого вот в сцениках вот эти вот дверные карты сделаны с кожзама и подлокотнички с кожзама. Ну, то есть, намного легче это все дело чистить тряпочкой там или влажными салфетками протер и все. Ну, а у нас, у кого ткань, приходится делать вот так. Все, всем большое спасибо за просмотр и до скорых встреч. Всем удачи!